Учимся двигаться одновременным, одношажным, классическим ходом. Всем понятно? Да. Стандартный инструктаж и стройными рядами новоалександровские школьники осваивают свежую трассу. Чтобы занятия проходили без спешки, а у юных спортсменов было время переодеться и спокойно пройти 500 метров снежного полотна, преподаватели сдвоили уроки физкультуры. Шестиклассница Люба Нелюбина – участница школьного этапа президентских состязаний. В этом году отмечает десятилетие в любительском лыжном спорте. Свои первые шаги по Пухлику она совершила еще в 3 года. Мне нравится, и у тебя силы. Ты как-то на свежем воздухе отдыхаешь, и это удовольствие для меня. Еще я хочу пойти на горные лыжи, они тоже меня заинтересовали. Ну, просто с папой на дачах катаемся и в город выезжаем, в Троицкое. Свои лыжи в школу не приносят. Оборудование в Новоалександровской 32-й постоянно пополняется новыми комплектами. Сегодня это более 100 пар лыж с ботинками. Отличные, скользят превосходно. Мне нравится то, что здесь работают все группы мышц. Ты одновременно и силу увеличиваешь, и просто для себя весело. Но главное приобретение в рамках проекта «Лыжи в школу» – это снегоход со специальным прицепом, нарезающим и равняющим трассы. До недавнего времени ратрачили полотно по старинке. По неделе после каждых метелей топтали всеми классами, чтобы привести в нормальное состояние. Сейчас спасибо администрации и тем, кто поддерживает школу, с этим проблем нету. Прошла метель, тут же у нас трасса готова на следующий день. Теперь обновить дистанции значительно проще, вне зависимости от высоты сугробов. Мы находимся на периферии города Южно-Сахалинска. И очень сложно детям добираться, предположим, до Спартака, да, чтобы покататься по хорошей лыжне. А теперь мы имеем такую возможность каждый день в любое время сделать лыжню. Готовить трассы администрация школы готова не только для учеников, но и для всех жителей Новоалександровска. Мария Рябова, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.